Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness, я его ведущий Кравцов Сергей. Сегодня мы опять разговариваем о том, как управлять нарциссом, как загнать конкретно его в ловушку в такую, и как, в общем-то, не стать жертвой абьюза, а, в общем-то, может быть, даже самому немножечко стать таким источником абьюза. То есть, как я говорил в первом видео, выворачиваем ситуацию наизнанку, превращаемся из жертвы в охотника. Поехали! Значит так, одно из правил, которые я хотел вот с вами обсудить, это очень и очень важно. Дело в том, что то, что вы мне пишете в комментариях и некоторые ситуации там делитесь, рассказываете, я очень признателен, кстати, вам за это. И, в общем-то, мне это очень помогает при съемках видеоролика, это мой дополнительный источник информации к тому, какие у вас ситуации происходят и о чем нужно вам рассказать. Я понимаю благодаря ваших комментариев, чего вы недопонимаете в моих видеозаписях, да? В общем, суть в чем, что вы, возможно, скорее всего, вот я так отслеживаю по комментариям, хотя очень мало, конечно, информации, конкретных каких-то ситуаций, да, более конкретных описано. Но это происходит часто. Вы путаете социопата, вы путаете психопата с поведением нарцисса. То есть вот эти вот два патологических типа личности, то есть это уже в принципе идет как такое акцентированное состояние, вот, не совсем в норме, да, особенно социопаты у нас находятся в яркой ненорме. И, в общем-то, вы такое социопатическое поведение, некоторые из вас путают с поведением нарцисса. Дело в том, что нарцисс, ему очень сложно будет принять решение о том, чтобы вас, допустим, там, начать бить, если он не смешан, да, как-то с социопатом, если мы говорим просто о чистом нарциссе. Он не будет доводить дело до физического конфликта. Также вот вы мне писали в комментариях, что «Ой, нарцисс развернулся, ушел и больше никогда не пришел, и вообще там забил на меня, вот они такие вроде как резкие, не идут на такую конфронтацию явно, да, и не уступают». Это тоже, дорогие друзья, не так. Они могут, если мы говорим не о психопате, если мы не говорим о эпилептоиде, если это действительно нарцисс, ему будет сложно принять решение просто так в одночасье от вас уйти. Ну, понятно, что на сутки где-то в отеле у друзей он может уйти переночевать, он может даже в этот момент там пьянки поянствовать или изменять вам, какие-то такие вещи неприятные даже для вас делать, да, чтобы вас как-то затронуть этим. Сделать вид, что он ушел куда-то к любовнице, да, навсегда. Или у него даже может быть любовница, и он будет ночевать у нее. Но ни в коем случае он от вас просто так не уйдет. В случае, если вы, допустим, являетесь его супругой, женой, и вот он такой, вы ему там не приготовили еды, да, снова, и он, все, ухожу от тебя, надоело ты мне. То есть такого в одночасье не будет. Естественно, этому будет предшествовать какая-то подготовка и так далее, и это будет в принципе заметно, то есть он должен миллион раз там в этой любовнице тоже убедиться, они также готовят почву многократно, и никуда от вас он вот просто во время очередной ссоры не сбежит. Не нужно делать из них таких, как вам сказать, сильных личностей. Это не тот тип личности, который является максимально сильным, да, таким волевым. Вот он взял, ушел, взял кардинально что-то, завтра поменял в своей жизни, вот так вот. То есть это не совсем такие люди. Они, как правило, очень долго готовятся, но если паранояльный он готовится, допустим, да, как мы смотрели фильм с вами «Таксист», да, я приводил пример, паранояльный готовится прямыми своими действиями, то нарцисс будет готовиться больше просто морально к таким действиям. Ну и раз уж мы вот так вот поболтали с вами, да, поговорили на произвольную такую тему, поговорим вот о чем, почему так происходит, почему нарциссу нужно и морально
готовится, да, к свершениям каким-то в его жизни, и почему он от вас просто так не уйдет. То же самое касается, кстати, ситуации, если у вас нарцисс – это ваш начальник, и вы с ним, конечно, при условии, что вы с ним долго проработали, если вы работали с ним напрямую, допустим, вы являетесь каким-то, ну, к примеру, секретарем его личным, да, вот вы с ним 2 года бок о бок работаете, он вас там так тиранит втихую, подковыривает постоянно, вам уже это все надоело, вот, он тоже просто так вас не уволит, он тоже может придумать какие-то испытания для вас специфические, да, хитроумные, но просто так сразу в одночасье прощаться он с вами не будет, понимаете, это как прервать вкусную трапезу. Поэтому, в общем-то, такой момент, как вообще это с точки зрения теперь науки объяснить, да, если мы будем углубляться, значит, в классификации и так далее. Нарциссы относятся к кластеру B. То есть, что это значит? Постоянное расстройство такое, что их бросает от эйфории какой-то, когда они возвысились, вот он вас унизил, возвысился, да, или что-то такое подло гадкое сделал, сказал, что макияж у вас некрасивый, вот. Ну, это условно, да, и их бросает в депрессию. Эйфория, депрессия, такие весы, которые, маятник такой качается, депрессия, эйфория. Они то супер кажутся себе классными, у них все офигенно, то им очень плохо. Это суть вообще нарциссического ощущения, то это суть его мира ощущения, это то, почему он... да, пытается вас как-то унизить, как-то подавить, да, вот, потому что это наиболее простой способ для него, для этого типа личности, возвыситься и получить какой-то эмоциональный бонус. И опять же, в комментариях своих вы очень много пишете, что нарциссы вот такие, они крутые, они... там ими сложно будет манипулировать, да это вообще невозможно и так далее, там описываете их со всех сторон такими суперкрутыми, там какими-то продуманными манипуляторами. Это действительно так, но в то же время нет. Понимаете, это все-таки не демоны, не инопланетяне и не пришельцы какие-то, да? Это не особенные люди, обладающие каким-то гениальным мышлением, да, вообще интеллект сюда не относится, он может быть как умный, так и глупый, да, как я говорил. Поэтому это нарцисс, это такой же человек, как мы с вами. Вот что у нас есть тип личности, что у нарцисса есть тип личности. И не нужно в первую очередь заниматься переоценкой этой личности. Это совершенно обычная личность со своими сильными и слабыми сторонами. И когда вы восхваляете внутри себя нарцисса, когда вы говорите, что я не смогу преодолеть эту ситуацию, когда вы говорите, что не существует способов управления нарциссом, что тот способ не подходит, этот способ тоже не подходит, да я не смогу и так далее, вы в первую очередь... в общем-то, лишаете себя оружия. Это вот как перед вами стоит какой-то медведь, да, у вас уже, в принципе, вам только вот перезарядить ружье осталось, да, и выстрелить в него, а вы это ружье просто выкидываете. Потому что то, как вы настроены, и то, с каким настроем вы будете разговаривать с нарциссом, будет определять в корне успех или провал вашей манипуляции, самих манипуляциях. Нужно понять вам вот что, опять же, чтобы перестать паниковать и проанализировать. Помните, я вам говорил, чем-то нужно пугать, какой-то ресурс нужно забирать. Вы когда знакомились с нарциссом, он почему-то с вами сблизился? Вы никогда не задумывались об этом? Вы когда с человеком
ну даже вот год взаимодействуете, он почему-то рядом с вами. Ну, понятно, что да, они любят простые пути. Это вообще суть нарцисса. Он не любит, когда что-то тяжело и сложно. Скорее всего, он вас выбрал, потому что вы легкая жертва. Но жертва для чего? Подумайте, что вы ему даете? Вы же что-то даете, какой-то ресурс нарциссу. Из чего состоит ваше взаимодействие? Что нарцисс у вас забирает? Помимо того, что он у вас там, ну, как-то вами манипулирует, да? Манипулирует ради чего? Ну, им нравится унижать людей. Им нравится, понимаете, как доминировать как-то над людьми. Но это не главное. Они ценят и в людях конкретный ресурс. И подумайте, какой ресурс? Если вы подчиненный, каким ресурсом вы обладаете? Может быть, вы очень усидчивый. Может быть, у вас есть какой-то административный ресурс, связи какие-то. Он вас взял на работу, да, юристом, допустим. А что? Что вы из себя представляете? Почему вот эти женщины, да, которые у него были, там, может быть, несколько, пускай хотя бы вариантов, или вот эти вот люди, которые к нему на работу, на собеседование приходили, почему они не подошли, а взял он вас? Ведь он не психолог. Почему он определил в жертвы именно вас? И почему в то же время они определяют как и в жертву, так и в партнерство? То есть, чтобы ему вами манипулировать, ему вас нужно приблизить к себе, очень близко держать. А раз вы близко, значит, вы еще какие-то функции должны выполнять. Почему? Почему вы рядом? Какие функции вы выполняете? Что еще есть у вас ценного? Вот у нарцисса это очень ярко. Нарцисс на самом деле, это уже такой пункт второй, да, переходим плавно, важный. Он ценит в людях родителя, так как это, как правило, дети, которых родители, ну, тоже такой шизофреногенный, как бы немножечко фактор идет здесь, они, как правило, и хвалили, но в то же время внимания недоуделяли где-то. То есть, как правило, ребенок возносится на людях при всех очень высоко, да, родитель хочет похвастаться ребенком. И ребенок редко как-то ругается, получает какие-то негативные в свою сторону отзывы, да, но и в то же время недополучает вот этой родительской любви. На него просто в обычной жизни уделяют ему слишком мало внимания. И вот на таком резонансе горячо-холодно и... Ну, вырастает нарцисс. И задумайтесь, в чем, да, как похожа эта ситуация, да, его так и бросает по жизни. От депрессии в эйфорию. Похвалили в эйфории. Что-то случилось у него в депрессии. То есть, понимаете, насколько, ну, это, так скажем, такая личность неустойчивая далеко. А раз он неустойчивый, то на этом его можно и поймать. Вот. Ну, к этому мы еще вернемся. Сейчас нам нужно осознать, что если нарцисс надолго подпустил себя к вам, то получается, что он увидел вас и родителя. Итак, в чем суть одной из манипуляций? Применяла ее моя, значит, клиентка-пациентка по отношению к своему, она мать-одиночка, и у нее сын, в принципе, подросток, лет 17-18 ему было. Нарциссы очень любят передоговоры, и это их простейшая манипуляция, которую они используют. То есть, самый простейший передоговор, он просто отказывается от своих слов и говорит, ну, он ей говорил, а мы с тобой не договорились, что я буду выносить мусор. Или мы договорились, что я только неделю буду выносить мусор. Как ты не помнишь? Да ладно, брось ты, ты что? Нет. Я абсолютно уверен, что такого не было. Ты мне не говорила вынести мусор. Ты мне вчера сказала вынести мусор.
А сегодня ты мне не говорила вынести мусор. Хотя, как бы, вот она пыталась от него добиться, чтобы он, соответственно, выносил мусор на регулярной основе. То есть, что это делается, исходя из этой проблемы? То есть, смотрите, нарциссы, они всегда в каком-то образе. У них всегда есть фактор какого-то себя позиционирования. Позиционировать они себя могут от того, ну, на кого они равняются, на кого они хотят быть похожими. Причем это прослеживается, ну, фактически в любом возрасте, в любом периоде его жизни. Ну, то есть, если он хочет быть успешным человеком, то он там будет немножечко как истерик, да, их очень часто сравнивают с истериками, будет отыгрывать какую-то успешность. Если, соответственно, он... допустим, ему нравится там подросток он или, я не знаю, взрослый уже человек, но вот в такой среде вырос там сериал «Бригада», там что-то вот из бандитской романтики, он будет отыгрывать эти вещи. И, соответственно, в чем суть? Он, соответственно, будет вот немножечко действовать, как бы надевать на себя вот эту маску. Этот мальчик из моего примера, он надевал на себя маску, что вот он как бы уже такой взрослый, что у него уже есть да, такие задатки лидера, успешного человека, где-то даже коммерсанта. И она ему говорит следующее. Она говорит, ну как же, ты же вот такой взрослый, рациональный, мы составим график, мы будем, значит... Вот все успешные люди, они составляют график и живут по графику. Значит, по будням выносишь мусор ты, выносишь его вот в 8:00, значит, вот строго по этому времени. Это фактически будет такой тренинг для тебя. Ну и, в общем, мальчик ведется на это, и он какое-то время действительно начинает выносить мусор. Но, как я говорил, психика у нарциссов нестабильная. Для чего нужны передоговоры, да? Почему они вообще сами передоговариваются? Почему они вот так в лицо могут нагло вам соврать и сказать, что такого ну просто не было? Почему они прибегают к такой, ну, вроде бы, глупости, да? Но, с другой стороны, он так это вам говорит, вот уверенно, вот такого не было. Как бы даже немножко гипнотизирует, да? Что вы сами думаете, блин, ну он так уверен в этом, может, это я идиот? Может, я ему как-то не так сказал? Или мне показалось, да, может, я сумасшедший, схожу с ума, но человек вообще абсолютно 100% уверен, что я ему не говорил выносить мусор. Вот. И, соответственно, через неделю, через две, когда ему эта игра надоедает, успешного мальчика, да, вот, в такой тренинг, да, что он там по какому-то графику выносит мусор, она меняет с ним договор. Она просто либо делает вид, что забывает, да, что он там по графику выносил мусор, не возвращается к этому, либо, в общем, как-то говорит, что ой, ну да, это же ерунда, там все, давай как-то вот я тебе буду там что-то делать за то, что ты будешь выносить мусор, там будешь приходить, не знаю, там домой на час позже за это, или еще что-то, ну, какие-то послабления я тебе дам. Я не помню, какие у меня уже послабления были, по-моему, в ее случае не совсем это правильно, в ее случае, по-моему, это были какие-то карманные деньги. Меняя постоянно меняя, передоговариваясь с нарциссом, вот это его детскую психику, да, вы постоянно новые ощущения добавляете. И, соответственно, вот за счет этих ощущений вы играете на нем. То есть это вот такой вот простейший способ манипуляции. У экстравертов эта манипуляция может получиться лучше, да, потому что если вы экстраверт, вы сами там быстро-быстро мыслите, в ситуации ориентируетесь, что-то новенькое ему подкидываете, какие-то новенькие мотивации. И таким образом он выполняет то, что вы хотите. Но в чем смысл? Это всегда должна быть какая-то игра во что-то. Так как он играет во что-то, так как он все-таки хочет кем-то казаться и кем-то быть, чтобы его за что-то хвалили, опять же, он должен делать какие-то несложные вещи. И когда мы приучаемся постепенно, вот я прошу человека, дай мне, пожалуйста, ручку,
да? Дай мне, пожалуйста, еще что-то. Когда человек постепенно привыкает выполнять какие-то простейшие ваши просьбы и указания, он потом постепенно может переводить его на более сложные просьбы, указания и так далее. Вот. Это ближе, эта манипуляция, конечно, лучше работает в семье, чем нежели там в отношениях, допустим, с вашим боссом. Там, конечно, будет все сложнее. Тем не менее, нарцисс из своей детской психики очень часто заигрывается. Если вы научитесь с ним заигрываться и постоянно вот так вот передоговариваться, менять условия, во-первых, это его запутает, да, то есть из-за того, что он достаточно, в принципе, постоянно обдумывает вот эти вот моменты, то есть есть такая интроверсия в сторону поступков, то есть прежде чем вами сманипулировать, он должен как-то это проанализировать, то есть они не такие вот быстрые в мышлении. То есть есть какие-то заготовки, но он же не профессиональный какой-то шпион, понимаете, у которого там куча в запасниках каких-то приемов. И он не всегда быстро может отреагировать на изменение какой-то ситуации. Вот у меня был пример. Мне звонит нарцисс, пытается, в общем, предложить определенное сотрудничество. А я... В силу, в общем, ну, того, что вот каких-то обстоятельств еще сложившихся, я сразу реагирую на это сотрудничество, я говорю, да, есть возможный вариант, есть там люди, и получается, что у него была манипуляция, что я не должен так быстро среагировать, и вообще, по идее, то есть, вот не буду углубляться в суть ситуации, но суть ситуации такая, в общем, я должен был лохануться и просто потратить свое время зря. Ну, то есть, как бы, вписаться в определенный бизнес, попытаться потерять время, и, в общем-то, в этом его была бы бравада такая, что я вот не смог бы, да, ничего реализовать. Так получилось, что у меня знакомые были, которые занимались уже подобным бизнесом, и я уже предлагал, в принципе, организовывать встречу и договариваться, и он тут же, ой, я передумал, что-то у меня там не сложилось, не срослось, вот. То есть здесь, в принципе, если бы даже у меня не было таких подобных знакомых, то можно было бы просто их придумать, да, и, ну, проанализировав, поняв, что вас где-то обманывают, да, даже с целью, это очень часто у них бывает, просто с целью вот дернуть вас лишний раз, как-то потом вам напомнить, что вы некомпетентны, вы не справились с этим заданием, с этим бизнесом, а я вот хотел с вами бизнес большой делать, товарищи, и так далее. Ну вы же меня тогда подвели, вы же вот мое там простое поручение какое-то не смогли выполнить. Вот, поэтому, соответственно, с нарциссом нужно быть экстравертом и стараться опережать его, то есть старайтесь накидывать ему тоже каких-то заданий, каких-то, соответственно, фактов, которые он не ожидает от вас услышать здесь сейчас, которые он, на анализ которых ему нужно время, а вы не будете давать время проанализировать это. Вы будете передоговариваться и гнать вот этот поезд дальше. То есть он как бы в дезориентации у вас будет находиться. Я надеюсь, вот эта вот схема, она немножечко может быть сложна, запутанно я ее подал, но по факту это просто постоянное изменение ситуации. Нарциссы сами пользуются подобными манипуляциями, но тут будет у вас игра на опережение. Если вы экстраверт, если вы умеете быстро мыслить, вы, скорее всего, здесь его переиграете, потому что очень тяжело манипулировать человеком, который постоянно задает новый ритм. Это может быть новый ритм разговору, это может быть новый ритм каким-то задачам, каким-то взаимодействием, новые факты, всплывающие в ваших взаимоотношениях. Это могут быть даже фейковые факты. Даже это может быть такой прием из-за того, что они очень внимательно в разговоре следят за тем, как, да, что вот сейчас сказать, как бы вот вас, да,
вывести на какие-то действия. И они бывают сосредоточены. Вы можете увидеть, это такой немножко стеклянный взгляд, он что-то анализирует, вот вы ему сказали, вас вызвал начальник, вы ему, и вот он вам задает какие-то вопросы, говорит, да нам нужно увеличить продажи, как-то вот пытается потихонечку даже, может быть, вот у него этот план в голове сформировался, сейчас он вот скажет вам, вы знаете по продажам, что их нужно увеличить, еще что-то, а дальше пойдет, как обычно, ситуация, он будет развивать, что вы некомпетентны, к примеру, да, и уже вот пойдет такой абьюз на вас. И вот до того, как пошел абьюз, вы можете сделать разрыв шаблона, так называемый, да, это в NLP используется. То есть вы ему что-нибудь говорите, а вы слышали про розовых слонов что-то? Что? И он потерял мысль. И вот тот момент, когда он мысль потерял, маленький секундный кусочек остается, вы даже можете задумать его и сказать, ой, это анекдот, там я пошутил, так вот, я хотел сказать, что в этом месяце мы сделали больше план. Понимаете, ну это вот очень утрированно я говорю, да, про разрыв шаблона, можно про НЛП отдельно снимать видеоролики и так далее. Если вам будет интересно, пишите, что-нибудь снимем. Но на нарциссов вот эти вещи очень хорошо действуют. И разрыв шаблона вот на него хорошо действует, потому что они стараются быть подготовленными в разговоре с вами. Нарциссы даже очень часто любят заготавливать какие-то такие, знаете, типа говорилок. Вот. Им очень важно, ну как, он же такой весь классный, серьезный, офигенный, понимаете, и он должен хорошо говорить. Тем более разговор, манипуляции, общение – это главное его оружие. Ну как же он без говорилок-то? Следующая манипуляция называется комфортная среда. Суть манипуляции комфортная среда – это в том, что здесь вот как раз вы становитесь таким лапочкой родителем. Вот. В чем суть? Суть очень простая. Вы, да, тут, опять же, это хорошо подходит. Ну, кстати, это хорошо подходит, в принципе, в любых ситуациях. И в случае, если нарцисс ваш босс, и в случаях, если, в общем-то, нарцисс ваш родственник и так далее. Причем это, опять же, украдено у нарциссов же, эта манипуляция. Вы просто подкидываете нарциссу какой-то факт, какую-то идею, или действительно научитесь выполнять какие-то задачи, которые для него жизненно необходимы, в которых он заинтересован сейчас. Опять же, не забывайте, что он ребенок, и он будет переключаться постоянно. Сегодня, допустим, он решил увеличить продажи. Завтра он почему-то решил сделать ремонт в офисе, потому что вот, чтобы быть престижным, еще что-то. Нарциссы очень часто попадаются на разводы, вот на эти типа тренингов, попадают в какие-то секты. Вот, поэтому я и говорю, вы, возможно, путаете нарцисса, когда вы описываете его с психопатом. Потому что психопат, если вы что-то не даете ему напрямую, да, он тоже будет манипулировать, это тоже такие опасные люди, и про них еще стоит поговорить. Но у психопата нет потребности, если, ну, то есть вот он, в принципе, он косвенно или намеренно может вам уже озвучить его цели, да, и что он от вас хочет получить. И он нападает тогда, когда вы это не даете, вот. И нападает он достаточно резко, ну, то есть может себя повести здесь и грубо, и как угодно, только для того, чтобы ему цели свои достичь. И рамок этих границ он не видит и так себя, так скажем, плохо ведет, потому что у него отсутствие эмоций, у него просто нет вот этих сострадания, понимания каких-то моральных ценностей, рамок и так далее. Нарцисс плохо себя ведет, потому что ему кайфово от абьюза, который он совершает, да, по отношению к вам. Поэтому, соответственно, вам просто здесь попроще с нарциссом. В каком плане? У них психика слабая, и они, им свойственно переключаться на какие-то, вот понимаете, вот случаи жизни. Человеку пообещали, что он пройдет определенный тренинг и научится управлять, в общем-то, своим мозгом на 100%. Это, кстати, миф, что мозг там работает на какие-то там проценты,
Значит, но вот суть тренинга, она была действительно такая. Естественно, он устроен как секта и так далее. И нарцисс туда очень много денег вложил. Ну, то есть более 200 тысяч у него ушло в результате на этот тренинг. Какое-то время он там очень удачно, в общем-то, с ними содействовал, так скажем, и ходил на этот тренинг. Потом переключился на что-то другое. Переключение. Он может год, вот у него год это заняло, у моего знакомого нарцисса, потом он там еще чем-то занимался, тоже год. Вот. И они постоянно прыгают. И вам нужно ловить эти моменты, куда прыгает нарцисс. И если он получает поддержку в этом прыжке от вас, вот он снова собирается с силами и говорит, сейчас я стану еще круче. Вот сейчас вот эта вот тема новая, она вообще кайф. И вы говорите, да, чувак, это то, что нам нужно, двигаемся в этом направлении. И вот получая эту поддержку, вы становитесь родителем, потому что ему... И хочется, да, вот он и хочет в этот тренинг зайти еще что-то. И, допустим, ему там, блин, большие деньги просят, 100 тысяч рублей, да, взнос первый, вот. А вы ему говорите, да мы заработаем вместе, да. Или, допустим, вы ему говорите, да мы дешевле найдем такой же тренинг, но дешевле, или там сами как-то освоим. То есть вы просто участвуете с ним по возможности в этих процессах. Как участвовать в этих процессах, все индивидуально зависит от ситуации. Я вам даю просто само оружие. Как его применять с близкого расстояния, стрелять издалека, из укрытия, как его перезаряжать, условно, да, фигурально выражаясь, вы решаете сами. Просто вслушайтесь в мои слова, поймите меня, пожалуйста, все, что вот я подразумеваю. Если что-то непонятно, спросите в комментариях, я объясню. Но все манипуляции, все вот эти вещи, которые я обсуждаю, они действительно работают. И многократно я в этом убеждался. Вот. То, о чем я говорю, нарциссы – это маленькие обиженные дети, которые постоянно играют с этой жизнью и в этой жизни. То есть они не могут, как эпилептоид, действительно по-настоящему взять и вот очень глубоко освоить, к примеру, хирургию какую-то, да. То есть вот из примера нарцисса, такого этого врача моего знакомого, он занимается травами, он ушел в какое-то практически колдовство. Вот. С чем это связано? Он не шизоид. Вот понимаете, в чем самое интересное? Он не шизоид. Просто он прекрасно продает там эти травы, реализовывается, так скажем, как коммерсант, пользуется своим статусом врача. В чем суть? Он не, ему не хватает усидчивости действительно по-настоящему выучить, допустим, неврологию. Не хватает вот этого, вот, понимаете, это все сложно, это долго, это нужно годами клиническую практику какую-то зарабатывать, да, свою, вот это вот все ковыряться с больными, это не его. А вот какую-то вот просто красиво, да, как они любят, выйти в дорогом халате за 10 тысяч рублей, да, под ним будет дорогой костюм, он в собственном магазине и там клинике какой-то маленькой, и вот он там, значит, рассказывает про то, что если вы этот сбор, который собрали на, значит, в горах Тибета выпьете, то рак у вас точно пройдет. Ну и заключительная манипуляция, которую тоже используют сами нарциссы наиболее часто, я уже про нее говорил, сейчас немножко подробнее коснемся, это подмена фактов. То есть нарцисс очень часто говорит, слушай, такого не было. Ой, или я не обратил внимания, я точно не помню, не заострил что-то, и ты мне не сказал, ну, типа, это твоя вина. Вот, и это очень часто из-за этого вот происходит. Если он как-то боится еще, он вас мало знает, как можно на этом поймать человека, да, если вы еще сомневаетесь, сначала он не будет указывать, что это ваша вина конкретно. Делать из этого какой-то серьезный, типа, ваш проступок. Он просто укажет на том, ну ты как-то вот, ты мне не объяснил, я не понял, в общем. А потом это будет превращаться в то, что ты мне вообще не сказал, причем это вот будет реально, ты мне вообще не сказал. Ты почему мне не сказал? Мы с тобой договорились,
что мы решим по времени. Ты почему мне время не назначил? Такие, блин, ну я же назначал время. Я что, это, что-то я заработался, наверное. Как же я ему время-то не сказал? Я говорил ему время, да? Вот. Он говорит, я пришел на встречу, тебя не было, я уехал, на 2 часа мы договаривались. Почему в 4 пришел? А вы такие, оу, а я вроде на 4 договорились. То есть, и вот такие простейшие вещи, серьезных, там, более серьезных вещей это может касаться, у них очень часто прокатывают. Такая атака на вас. Вот он уверен в своих словах 100%, а вы такие, ну, может, это я что-то запутался, да, особенно эмотивные, очень часто ведутся на это. Поэтому на это вестись не надо, и можно тем же самым бить. Только в другой ситуации. Сделали разрыв шаблона, а потом ложный факт. Сначала розовые слоны, условно, да, там, все что угодно, какой-то там бред сказали. Главное, что это будет бред совершенно отвлеченный. Про НЛО там, слышали, НЛО на Москву приземлилось, еще что-то. Вот, разрыв шаблона пошел, тут же вернулись к какому-то куску другого разговора, опять же, он должен быть немножко съехавший разговор вот этот, да, то есть он вам начал говорить про то, что вы продажи мало делаете, вы ему про розовых слонов, а потом вы ему сразу не про продажи, и вы ему говорите, а помнишь, ты мне обещал зарплату повысить? Как? И вот это вот чувство замешательства здесь уже можно поймать. Немножечко поймать, раскачать, по крайней мере, раскачать и посмотреть, как он будет. Понимаете, вы же вот как в боксе, да, боксеры, когда спаррингуют, они очень часто бьют левые, и вот эти легкие удары наносят. Посмотреть, приравняться, как человек вообще к ситуации реагирует. Вот на такую ситуацию, как он будет реагировать? Как он себя поведет? Как быстро он сориентируется, перескочит сначала с розовых слонов на эту зарплату, а до этого вообще говорили о том, что там отдел продаж обсуждали, что не выполняет свои задачи. Вот, понимаете, насколько он экстравертен, насколько он умный, насколько он хитрый. Вот, потому что реально иногда заставая врасплох, когда он не готов, он не знает, что говорить, просто не знает, что говорить. И вы можете на этом играть, засыпать его уже логическими фактами, доводами, аргументами. Он будет к этому не готов. Он даже может согласиться в этот момент на ваши условия, потому что они как дети, они и так в постоянной растерянности, они в таком страхе. Что-то происходит, боже мой, коронавирус кругом, еще что-то. На самом деле их шокирует очень много вещей. Они в постоянном шоке. Они в постоянном шоке от того, что они то в минусе, то в плюсе. И здесь вы можете, в эмоциональном, я имею в виду, конечно, здесь вы можете играть на этом минус-плюс, горячо-холодно, пятое-десятое, какие-то факты постоянно накидывать. И все манипуляции, которые я проговорил, вы можете разом на него вывалить. Сразу по всем фронтам атаковать, продумать, как это будет. Но опять же говорю, в каждой ситуации это будет очень индивидуально. Я стараюсь приводить смешные такие, да, забавные какие-то примеры, когда он говорит там про розовых слонов, еще что-то, очень ультрирую. Конечно, к ситуации нужно готовиться. И готовиться нужно так же, как нарцисс. Нарцисс заготавливает, говорилки себе записывают они, вот вплоть, это очень часто им свойственно, вплоть до того, что он взял и на бумагу записал, что он будет говорить. Вы точно так же должны записать. Несколько вариантов. Разговор пошел таким образом, сяким образом, так, сяк отреагировал. И вы все это, соответственно, просчитываете для себя и придумываете для себя вот эти вот варианты манипуляций. То, что я сказал, можно даже одну и ту же манипуляцию применить несколько раз в разных вариациях, в разных вариантах разговора. Вот. И будет для вас счастье. Но помните, если нарцисс рядом с вами, он уже у вас видит какой-то ресурс, он в вас заинтересован как-либо, вот. То есть даже сам факт его абьюза – это то, что он у вас должен что-то взять, понимаете? Это тоже для него важно. Нарцисс должен что-то забрать. У них есть такая жадноватость. То есть он не может просто так взять и сделать что-то, ну, типа, вот как мотивы, просто так. Или это не такой социопат, который будет просто так на вас нападать.
постоянно загонять вас в какие-то, пускай даже психологически загонять вас в какие-то ситуации и нападать. Он должен что-то взять. Это тоже важно для нарцисса. Помимо того, что он просто вас унизил, он должен что-то взять, какой-то ресурс. Вы должны на него потратить, как правило, просто эмоциональный ресурс, заботы. Он ищет и родителя. Очень двойственная ситуация. Нужен и раб, и родитель в одном лице. Вот такая какая-то непонятная идет корреляция из плюса в минус, да, из, казалось бы, родитель не так уж и плохо, да, человеке нужно заботиться, и вроде и мотивным очень часто нравится заботиться, а с другой стороны получается, что, в общем-то, ему нужен и раб, ему нужен и человек, которого он будет пинать, пускай даже психологически. Поэтому думайте, пробуйте, я вас жду на своих консультациях онлайн, если у вас будет желание обсудить какие-то конкретные случаи, какие-то проблемы, мы можем как-то решить эти, так скажем, ваши вопросы. С вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness, спасибо, что смотрели.